Российский проект резолюции по малазийскому Боингу, сбитому год назад над Донбассом, рассмотрели в Совбезе ООН. Как рассказал постпред нашей страны при организации Виталий Чуркин, документ предполагает более активное участие генсека ООН Пан Ги Муна и всех заинтересованных сторон в расследовании крушения лайнера, жертвами которого стали 298 человек. По словам Чуркина, Совет Безопасности попытается объединить предложения России и Малайзии, которая на прошлой неделе призвала создать международный трибунал, чтобы привлечь к ответственности виновных в катастрофе. Наша страна выступила против этой инициативы, поскольку она противоречит уставу ООН, отметил Чуркин.